Конец июня. У студентов выпускных курсов наступает самый ответственный момент в их студенческой жизни – защита диплома. Я только первокурсница, и мне не понять этих эмоций, а вот мой оператор Амаль как раз-таки недавно защитил свой диплом. Амаль, иди сюда. Привет, я тебя поздравляю. Скажи, каково это? Надь, привет. Было очень сложно и волнительно. Знаешь, я защитил диплом, и я не совсем понимаю, зачем я это сделал. Но ты шел к этому 4 года, значит, оно было тебе нужно. Ну скажи, интересно узнать обратную сторону. Почему не надо получать диплом? Именно это мы с тобой сегодня и узнаем у совершенно случайных прохожих, но спрашивать у них будешь ты. Почему не нужно получать диплом? Как понять, почему не нужно получать диплом? Ведь же высшее образование, он дает такой, ну, непосредственный какой-то шаг в жизни для того, чтобы там потом себя как-то определить по своей специальности, не знаю, там, по своим каким-то приоритетам. Я считаю, что, ну, высшее образование обязательно должно быть. Ну, я считаю, что, наверное, все-таки нужно получать диплом и высшее образование, хотя не всегда оно пригождается, но все-таки человек, который закончил высшее образование, более подкованный, более начитанный, более грамотный. Я считаю, все-таки нужно высшее образование. Диплом, конечно же, он нужен, как минимум для того, чтобы сформировать свои мозги, для того, чтобы ты был готов к дальнейшей жизни. Это с одной стороны, он нужен, но не нужен. В последнее время немного обесценилось высшее образование, потому что очень много людей идет работать не по профессии, потому что, ну, многие люди идут в бизнес и так далее. То есть высшее образование немного обесценилось. Потому что практические навыки можно получить в жизни, а не только в учебном заведении. Потому что, наверное, не понадобится в жизни? Да, наверное, не понадобится в жизни, скорее всего. На него никто не смотрит, а важно деньги, знаете, деньги решают. Зарабатываешь, да? Диплом получить, по-моему, все равно надо для того, чтобы обучиться чему-либо. Другой вопрос, нужен ли он в жизни, потому что большинство людей поступают и получают его ради корочки. И занимаются затем уже своими какими-то делами, а не работают по специальности. Если ты чувствуешь, что это твое, если ты думаешь, что ты будешь профессионалом в этой работе, в этой специальности, то я думаю, что да, действительно нужен. Да, по-моему, его нужно получать, почему бы и нет. Это в первую очередь диплом сам по себе как таковой. Это еще и социализация, на мой взгляд, если честно. То есть, действительно, пока ты учишься, даже в самом процессе обучения, ты получаешь еще и soft skills, так сказать. Установка контакта с людьми, все в этом роде. Новые идеи, как получить четверку, а не тройку и так далее. Welcome, пожалуйста. Хотя бы ради этого можно пройти этот путь. Ну что, дорогие друзья, по результатам сегодняшнего соцвопроса мы поняли, что диплом о высшем образовании получать нужно. А вот какого профиля и направления решать уже вам. Я же получил в нашем любимом Казанском федеральном университете и пойду за вторым в магистратуру. Амаль Тимиров, Надежда Мещерякова, соцвопрос.